Ежегодно в конкурсе «Самый классный классный» принимают участие самые энергичные и креативные педагоги школ Одинцовского округа. Педагогический марафон состоит из трех этапов, в ходе которых учителя должны показать свои профессиональные навыки, эрудицию, продемонстрировать таланты. В Одинцово уже прошел первый этап конкурса. Презентации на темы патриотизма и творчества представили 20 педагогов. Вам всем успехов, удачи! Всего-всего самого хорошего. И хороших, преданных, воспитанных детей и адекватных родителей. После торжественного открытия учащиеся местных школ порадовали участников конкурса и гостей творческими номерами. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».